Симка. Ревизор, инспектор. Вот. Сейчас таможня проверит. Все? Можно, можно пропускать? Мистер Кэт. Все окей? Можно пропускать? Товар годен? Вот. Хазбанд американский. Что сделал? Видите ли, йогурт стоял. И его молоко. Вот там. Он просто взял вот так вот это молоко свое и полетел нахрен весь йогурт. Это нормально, нет? А я сегодня полмыла. Где салфетка? Я полмыла сегодня. Салфетка? Капец, вообще, вот, пожалуйста, американский муж. What's your problem with me? But I don't know why you can move yogurt. Beautiful, take yogurt, move. After you take milk. Проблема? Yes. Milk goes here. This is no problem for other person. Stuff? Yep. No. This is... Hey, come on, come on. Oh my gosh. This is man. Oh my gosh. Hey, this is rude. Okay guys, enjoy. Guys, enjoy. Enjoy. I'm feeling good food. Bye bye. Ой, 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 look, look! Yeah. Want more, but I don't have. Look! Yeah, come on. Apple, apple need. Ой, look, poor. Okay, okay. Все, пока-пока. Friend, and next time remember, the
friend I touch. Your friend? Are you cute? Да. And next time remember you. Да, remember. What's his name? Ну вот, познакомились наконец-таки. Кот и бык. Какие рога, а? Look! Сима! Окей, давай, иди сюда. Сима, иди сюда. Hey, you can relax, okay? Because I'm scared. Сима! What is plastic bag? Take please plastic bag. What is? Hey, no, please. Сим, пойдем. Иди. Смотрите, опять американский муж приобрел очередной девайс в виде кольца. Кто знает, для чего оно? Что это? Чем бы дитя не тешилось, все, как говорится. Девайс за девайсом.